Стиль такой же. Бабла куча. Бабла. Вот, курить тут не надо. Бачок сейчас не на пол кинешь, и деньги сгорят. Я так и не понял, зачем нужен сейф. Сейф купил себе. А зачем он нужен, я не знаю. Кого-то Просто купил так. офис, купил офис. Сейф в офисе вон. Сейф, он сейф, стоит. чтобы Он смотреть стоит. на деньги. Смотреть на Прикинь, деньги. Он переплата стоит за 3. это. Плата за это. Он стоит 1500, блин. Я думал, можно будет хотя бы здесь деньги вложить, а не через сайт. Нифига. Нет, ради красоты. Мне кажется, если ты не купишь офис, у тебя просто не будут вот эти деньги разбросаны. А так ты купил, и они будут у тебя разбросаны. Вот это я не Скорее знаю. всего, именно так. Хотя, по идее, должно быть наоборот, по логике. Как-то тупо они просто валяются. Хотя они вроде как все на моем счету находятся. Ты дружбу примешь или нет? Я? Вот этот молодой человек русский, нет? Русскоязычный, вроде бы. Ко мне добавлялся. Ну, тоже кинул. Вечная какая-то посадка, как у Харли Квинн. Странная. Смотрит так на тебя. Смешно, смешно. Типа, чё ты здесь? Кто здесь хозяин? Я здесь хозяин. Ты уволен, я новый президент, а ты уволен. Ладно, шучу, я же не Трамп, я же не Трамп. У меня сейчас здоровье отнялось что-то. Здоровье отнялось, потому что за тебя награду назначили. Это логика. Что, серьезно? Я смотрю на тебя, ты смотришь на меня, искры буры, безумие. Нет, я, пожалуй, лучше туда посмотрю. Все равно она на тебя смотрит. Понравилось. Странно. У Джокера руки черные. Ну и что? Во-первых, он не то чтобы похож на Джокера. Во-первых, начнем с того, что у Джокера фиолетовые штаны и зеленые. Это. Фиолетовые штаны, синяя рубашка такая голубая. Это если с темного рыцаря. Я не придираюсь, я просто косплеями занимаюсь, я просто точность костюма передаю. Так что у меня есть много разных костюмов, могу рассказать. Как я это вижу, по крайней мере. Как я это вижу? В общем, немножко ботинки другие, потом штаны фиолет. Теперь на этого смотрю. Чего вы на меня все смотрите-то? Показывает мне. Все, пойду напьюсь. Джокер расстроился, пошел напиваться. Это плохо. Пойду лучше как психолог. Ложитесь на кушетку, я вам личный урок психологии проведу. Чем занимаешься? Так, ребята. Какая у вас сложность, мистер Бля, Дью. Братан, помолчи, пожалуйста, ничего не слышишь. Сейчас прилягу. Кто просит помолчать? У меня сиську немножко видно, смотри. Я тебя прошу помолчать, я с другом общаюсь, ничего не слышно. То есть ваш проблема, ваш вы курите? Поставь, короче, в настройках, через меню взаимодействия, чтобы только друзей слышат. Бросайте курить.
доктор, у меня проблема. Какая у вас проблема? У меня все чешется, видите? У вас все чешется? Сходите к вошеведу. Может, помыться просто? Возможно, что у вас просто слишком широкие дыры на колготках. Сложно, да? Я вам советую пройти вот туда, и все будет легче. Вы избавитесь от ваших проблем. Давайте и пройдите вместе со мной в туалет. Странное предложение. Начинаем делать селфи, как все современные путы, опы, риторы. Так. Можно в зеркало сфотаться, точно. Сейчас я вам это... Сейчас я вам дам средство. Вот, ваше средство. Это так прикольно выглядит. Ой, кто? Селфи в это, в зеркало. Я никогда так не фотал еще. Ну да. В общем, вот ваше средство, но, к сожалению, мы его уже выпили. Погоди, я сейчас фильтр настрою, рамку там все дела. Ну да. Что, ты от зеркала прям фоткаешь? Да. Тогда хорошо. Махаю ручкой. Сама радость. И мы счастливы. Отличный кадр. Я уже представляю, как я сервер задолбал. Я уже несколько поколений игроков, зашедших на сервер с сегодняшним днем, на этот сервер задолбал. Хотя начиналось все с того, что на сервере было 6 человек. Или это было в другом сервере. Пала, встань немножко, тебя не видно. Левее? Я не знаю, у меня тут все в зеркале, непонятно. Нет, не ты, вот в розовеньком сзади, кто стоит. Ну, встань, чувака вот, брось, чувака брось. Поломин, переставься. Да, прави, а ты справа. Ты влезаешь там, вот, где-то возле унитаза должен встать. Под унитаз встань. Вот, вот, сейчас, постой, так сюда только смотри в зеркало, бро. Шикарно. И это говорит нам человеку, который персонаж похож на Олега Брейна, ну допустим. Я сейчас, что? Все, я все сделал. Честно, со стороны выглядит более чем смешно, Слов, потому что оно выглядит не так, как ты его видишь. Ты говоришь, Вася, Ваха, огурчик, спасибо, спасибо. Давайте поменяемся местами. Я использую методику двухстороннего лечения. Теперь представьте, что вы доктор, а я тут, нифига себе, вы такие зашоренные, у вас все чешется, а я так спокойно разлегся, как хозяин, как будто в своем офисе. Ну да, это нормально. Да, босс, да, всегда босс. А я тебя вижу, я вас всех вижу. С первого лица. У меня лицо чешется. Возможно, вы чесотку свою на меня перекинули. Доктор, что вы делаете? Я думаю, все селфи виноваты. Да, было бы круто, если можно было сделать селфи в таком состоянии. Да, босс. Уютненько у вас тут, нормально. О, первая порция бесплатного контента для Titanfall 2 выйдет скоро. Порция бесплатного контента. Кому Titanfall вообще нужен второй? В принципе, я норм, но фиг знает. О, сейчас вид вот, вообще смешной. Я когда-то первый играл у знакомого. Хозяин, ты в курсе, что твой этот... Твои шорты видны отовсюду, вот я отдалил, и тебя видно прям со всех ракурсов. И татуировку на спине. Я же хозяин. Даже под кофтой даже видно. Все равно вижу с другой стороны. Со всех сторон. Вася, не делай так. Кто хочет? Вот мне интересно, вы сможете так же спокойно лечь тут, развлечься так? Или только я так лежу? Ты, наверное, чесоточный. Мне кажется, от походки зависит то, как ты ложишься. Офигеть, он тоже оборзел. Вот видите, я вас вылечил, видите? Вы теперь как доктор. Теперь, как доктор. Спасибо, теперь вы спокойны и расслаблены. И самоуверенны.
Ну хорошо. А одеться у вас тут можно? Да? Жалко. Ну, только, наверное, только я могу, не знаю. Тут у нас Джокер мне напивается надо... все. Какой раз, мне я вот вообще не знаю, какой мужик какой-то смотрит. Я употребляю, я ничего не употребляю. Шутки не смешные. Battlefield 1 нормально. Чего ты вдруг взял, что я что-то употребляю? Ты похож на Мэдисона, я ничего не употребляю. Ты хотя бы из пассива бы вышел. Думаешь, нас всех из дома выкинут, тебя завалит? То тебя никак не разглядеть твоего Мэдисона. Реально Мэдисона, вы только посмотрите в эти глаза. Это глаза зомби, но они похожи на Мэдисона. Глаза? Просто Мэдисон, кот Мэдисона. Кот Мэдисона. Да, я так считаю. Кот Мэдисона, выйди и спасибо. Мистер Дюд, you can stop inviting me. Хватит его приглашать. Я забыл, как бы всех не пройдёшь. И поэтому мне не волнует, чем там нравится. Надо пойти склад проверить. Винстон, не желаешь вступить и поучаствовать в продаже? Что? Не желаешь вступить в мотоклуб и поучаствовать в продаже? Желаю, могу вступить. Мистер Дьют, вы скоро нас вызовете, а то ваш ассистент ничего мне не говорит. Говорит, сидеть в приемной. Почему я до сих пор жду и сижу в приемной уже не знаю количество времени? Я уже тут заснул, мне такой сон приснился, что мы тут были и воевали. Что здесь происходит? Мистер Дьют, объясните мне. В чем дело? Должен вступить в мою шайку, и мы улетим отсюда. Чё, ты не пригласил еще клуб? Всё, пойду выпью, напью. Всё, я пригласил. Попей сока, оно здоровье восстанавливает. Вижу, смотрю, вижу. Фигу. Вижу фигу, смотрю фигу. Всё это фикус. Фикус. Ты весь сок выпил. Это лучше, чем ваш алкаш. Подожди, а почему не приходит приглашение? Пригласи еще раз, я не понял. Сейчас. Да оно лагает иногда. Надо моментально принимать. О, отлично, подожди, сейчас надо по-быстрому, опа. Теперь я кандидатом. Можно меня? Сколько нас здесь? Президент. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Надо куда-то шесть мест на вертолет взять. С этим вашим поговорить. Стоять, не выкидывай всех, не выкидывай, нет. Все, теперь можешь выкидывать всех, но я на крышу хочу. Я хочу на крышу. Не, ну в принципе все разошлись, так что всем доброго вечера, наверное, до удачи. Уже нет смысла, то все видос пилится. Не делай этого, Джесси. Блин. Ты нормальный? You okay? Хорошо, что я спас. Или Барсина. Are you okay? Нет. Вот засрань. Скажите мне, пожалуйста, а где мой членов кандидаты членов? Ну, в смысле,
Мы где мы мотоцикл в членах? А, все нормально. Паламина, слушай, а ты в друзья пойдешь или ты не пойдешь, а то непонятно. Кто добавился, кто не добавился, я чего ничего. Чего уже? Ну погнали тогда. А Банни вот этот плохой кролик или как-то там. Ребят, на минутку можно я разборочку пройду, а? Давай. Ну, гоу вместе тогда пройдем. Только можно что-то в ящичке мне? Только осторожно. О, и кролик теперь, отлично. Только не стреляйте раньше времени. Теперь ящички мне. Они наступают, надо их валить. Тихо. Я вертушку как самолет посадил. Красава. В смысле, а это как? С разгону сел. А, вообще, блин, жалко, что я это пропустил. Там. Сейчас. Спокойно, я эксперт по ящикам. Ящики мои. Я заспавнился. Тихо. Оставайтесь на своих местах. Валите всех. Сейчас, минутку. Добежать до туда. Стойте. Стоять. Хорошо. Это меня уже радует. Фига мы наехали, да у них просто шансов нет. У искусственного интеллекта просто никакого уж. Нет. Разобрались, блин. Офигенно. Все поровну. Мое предложение. Все всех загасить. Я ящики заменил. В полете убили. Да уж. Давайте разберемся с этими искусственными сиськами. Чего вы там все взрываете-то? Блин, за Ругенди не могут нормально подъехать. Лучше бы на Куруме. Мне кажется, Курума лучше для этого дела. Мне хоть до вас так. А, все уже поздно. Ну и нормально. Хорошо прошли. Ну, убийств 0. Нормально. У меня 6 убийств, 4 хедшота, хотя я вроде в тело с дробовика стрелял. А у меня 0 убийств, все ящики. Там что еще есть достижения за ящики? Я из ящика деньги подбираю и опыт. Тут суть. Блин, а к вам есть куда приклеиться, нет? По идее, как-то для все места заняты. Фига вы перегружены, 6 человек. Даже интересно. А, в принципе, есть. Давайте, цепляйтесь. Мы хоть в банду войдите, что ли? Что просто так-то побеспит? Так, только так. Чё вы в банду не входите? Входите в банду. В этот байкерский клуб. Вечер добрый. С делом сидим. Да нет, нормально. Чьи-то тут дорогие так. Когда до байкерского клуба доедете, пригласите, чтобы попроще было. Хорошо. Дарик. Харамик, давай я тоже вступаю. Выйди со своей организации. Сейчас мы денежки заработаем. Было бы неплохо. Сессия большая, должна 1040 дать. Человек 27. Ты думаешь, человек 40? Не, почему 40-то?
Я говорю... Не, мне послышалось?